Like to invite you to stand. Приглашу вас еще раз к молитве. Again, Father, we come to you. Отче, мы снова предстаем перед Тобой. Again, we are looking to you for the wisdom that comes from above. И снова мы взираем к Тебе, ища мудрости свыше. We continue to pray that you would open our hearts. Мы продолжаем молить Тебя, чтобы Ты открывал наши сердца. Oh, how we long to be like Jesus. О, как мы желаем быть подобными Иисусу. Bless us, we pray. Благослови нас, молим. And we thank you in Jesus' name. И благодарим во имя Иисуса. Аминь. Аминь. We've come to the end of our... This will be the last lesson in this series on guidance. Мы подошли к концу нашей темы об руководстве Божьем. The last two sermons are obviously very short. И два последних наших занятия, они меньше по объему, чем другие. And so we should be able to let you go early. Поэтому вы сможете разойтись немного раньше сегодня. But before we start, we have one question here. Но перед тем, как мы разойдемся, перед тем, как мы, вернее, начнем, у нас есть еще одна записка. Но Бог сказал, чтобы муж и жена были вместе, занимались служением для славы Божьей. I've had this question asked of me many times. Мне задавали этот вопрос уже много раз. And in essence, it is true. И по большому счету, это правильно. God would have a man and a woman joined together. Бог соединяет мужчину и женщину. And they should stay together. И они должны оставаться вместе. And they should work together. И они должны трудиться вместе. Occasionally, however, the Lord will ask a special sacrifice of some people. Но иногда Бог от некоторых людей ожидает особой жертвы. And He does not ask this sacrifice of everyone. Он не ожидает, что все так будут поступать. My wife and I have been married for 42 years. Мы с женой находимся в браке уже 42 года. It will be 43 years in September. И вот в сентябре будет 43 уже года. And we have three children and we have 12 grandchildren. У нас уже трое детей и 12 внуков. All the while that the children were growing, когда наши дети еще росли, we were in the work together. Мы трудились вместе. And so we've been in the work together for 30, what has it been now, 36 years? И мы уже 36 лет находимся в служении. But in the last 6 years, но последние 6 лет из этого периода, the Lord put a burden on my wife's heart for these orphans in Africa. Бог положил бремя на сердце моей жены о сиротах в Африке. If she did not go to Africa to help these orphans, если бы она не отправилась в Африку, чтобы помочь этим сиротам, but no one would go to help, то никто не поехал бы другой. And so it is a decision that we have to make. Поэтому нам пришлось принять решение. I am convinced. Я убежден. That the woman, the wife will follow the husband. Я уверен, что жена будет следовать за мужем. It is not usual that the husband follows the wife. Это необычная ситуация, когда муж следует за женой. So I have been careful to make my own decisions as to where I think God wants me to labor. Поэтому мне самому пришлось тоже решить в своей жизни, куда Бог меня ведет, чтобы я служил. But because God put on her heart a burden for these 800 orphans. Но так как Бог положил на ее сердце бремя об этих 800 сиротах, then I have had no problem giving her permission to go and work for these people. То с моей стороны я дал ей разрешение как глава, чтобы она отправилась и служила там. Life calls for sacrifice. Жизнь от нас потребовала жертвы. There was a time in the life of Ellen White. Было время в жизни Елены Уайт, where God told her to give her children to her neighbors for 2 years. Когда Бог сказал Елене Уайт отдать своих детей на воспитание соседям. Now, it is not God's will that the parents should be separated from their children. Это не является Божьей волей, чтобы родители перекладывали свою ответственность на кого-то другого. As a general rule. И это правило, такое общее правило, принцип. But in this case, he made an exception because
Ellen White was especially chosen for a specific job. Но в её случае Бог сделал исключение, потому что она была призвана к особому служению. So all of you who are married, поэтому все, кто здесь присутствует, кто состоит в браке, stay together. Будьте вместе. Work together. Работайте вместе. And if God asks you to make a special sacrifice, и если Бог попросит вас вот эту особую жертву принести, do it for God, то тогда делайте это ради Бога. But do it for, with much prayer. Но решайтесь на такой шаг после множества молитв. When we are finished this sermon, когда мы закончим это, значит, эту тему, we will have a few minutes, то у нас останется еще время. If there are more questions, we will answer them. И если будут еще вопросы, то мы в частном порядке ответим. But if we have no more questions, we can do something else. Но если уже не будет вопросов, то тогда мы закончим. In January of 2010, в январе 2010 года, my wife invited me to go shopping with her. Моя жена пригласила меня поехать за покупками. We went to a store where they sell used things. Мы поехали в магазин, где магазин second-hand, где уже использованные вещи продаются. She went about shopping for whatever she goes about shopping. Ну и она отправилась там за своими покупками. And I went straight to the bookshelf. А я прямиком пошел к книжной полке. Now I remember praying to God. Я помню, что я молился Богу. Because I do not need more books to read. I have many books to read. Так как у меня и так уже достаточно непрочитанных книг, мне, в принципе, больше непрочитанных не надо. But I like books. Но я люблю книги. And so I asked him to guide me to any book he wanted me to read if there was such a book. И я помолился Господу: Господи, Ты укажи мне на такую книгу, которую Ты хочешь, чтобы я прочитал, если есть такая. And I believe that he guided me. И я верю, что он направил меня. There was a book there by Dr. Ben Carson. Там была книга, написанная доктором Беном Карсоном. And the name of the book was Take the Risk. И называлась книга «Решитесь на риск». Now this book was telling about some of the most amazing risks that Dr. Carson took. И эта книга рассказывала о тех рискованных ситуациях, на которые отваживался доктор Карсон. Now some of the risks that he took might have ruined his reputation or his career if things had gone bad. И некоторые из тех рискованных ситуаций, на которые он решился, они, если бы обратились неудачей, то они бы разрушили всю его карьеру, его репутацию. In spite of all that, и несмотря на это, Dr. Carson would never make a decision based on what is an advantage to him or a disadvantage to himself. Но доктор Карсон никогда не принимал решение, основанное на том, конечный результат, как он отразится на мне. Подорвет мою репутацию или принесет мне славу. God is not interested in working with people who take care only of themselves. Бог не может работать с людьми, которые только заботятся о себе. So if we have to make a decision between working in the North Pole or in the South Pacific, и поэтому, если перед нами выбор, отозваться на приглашение за полярным кругом трудиться или где-то в тропическом климате, this в океане, this decision is not made according to what we prefer. То это решение должно приниматься не с точки зрения наших предпочтений. Because left to ourselves, we will always make a decision to our advantage. Потому что оставленные сами по себе мы склонны принимать решения в нашу пользу. But that's the opposite of self-sacrificing love. Но это как раз противоположно самопожертвенной любви. We're supposed to live like Jesus. Мы должны жить подобно Иисусу. We're supposed to love like Jesus. Мы должны любить подобно Иисусу. We're supposed to be willing to make a sacrifice. Мы должны желать принести жертву. To be willing to put aside our own advantages in order to advantage other people. Мы должны быть готовыми отложить свои какие-то преимущества или выгоды, чтобы помочь другим людям обрести пользу. When we have a car to sell, когда у нас есть машина, и мы хотим продать ее, the great temptation is not to tell
everything about the car to the people that we are selling it to. То как велико искушение не рассказать все о проблемах этой машины тем людям, которым мы ее продаем. We hope that they will not see what is wrong with the car. Мы надеемся, что они не увидят тех проблем в машине. Because if they see what is wrong with the car, they will not pay us the full amount that we want. Потому что если они узнают о всех ее недостатках, то они не согласятся на ту цену, которую мы хотели бы. But am I more interested in myself or am I more interested in the person that is buying the car? Но в чем я больше заинтересован, в моей выгоде или в пользе других людей? Am I working to advantage myself or am I working to advantage that person? Тружусь ли я для того, чтобы себе пользу иметь или для пользы другого человека? Well, it depends which spirit is in us. Это зависит от того, какой дух в нас. Because when the spirit of Jesus is in us, когда дух Иисуса в нас, we sacrifice ourselves for the good of others. Мы жертвуем собой ради блага других. Now, the best that I can tell, и насколько я могу сказать, the story that I will tell you happened in 2002, between 2000 and 2003. Насколько я помню, эта история случилась где-то между 2000 и 2003 годом. Dr. Carson was asked to participate in a surgery to separate twins who were connected at the head. Доктор Карсон был приглашен принять участие в операции по разделению сиамских близнецов. The twins' names were Ladan and Lalay Bijani. Значит, звали этих близнецов Ладан и Лалей Биджани. They were 29-year-old women. Они были 29-летними женщинами. From the country of Iran. С Ирана. Now, can you imagine being connected like this with another person? Вы можете себе представить всю жизнь свою быть соединенным с другим человеком вот таким вот образом? All your life. Всю вашу жизнь. Well, they felt like they were in a prison. Они чувствовали себя как в тюрьме. They could do nothing independent of the other. Они ничего не могли делать независимо от другого. But they had their own minds. Но у них были, у каждого своя голова была. When one wanted to go to town, they both had to go to town. Когда кто-то один хотел поехать в город, то обеим приходилось ехать в город. When one wanted to take a nap, they both had to take a nap. Если кто-то хотел поспать перед обедом, то обе вынуждены And были sometimes спать перед they обедом. Both wanted something separate. Иногда случалось, они хотели что-то абсолютно разное. And they could be angry with each other because... И они могли сердиться друг на друга. You think it is bad to be married? Как вы думаете, хорошо или плохо жить в семье? This is much worse. Быть в браке. А это еще хуже. And so they went to Dr. Carson. Поэтому они обратились к доктору Карсону. But Dr. Carson refused to do the surgery. И доктор Карсон сначала отказался делать операцию. He says these ladies are healthy. Он сказал, эти женщины, они здоровые. They have managed well for 29 years. Они уже как-то прожили 29 лет. They are becoming too old. The tissue is not pliable anymore. И уже возраст все-таки, ну не это не совсем молодой, ткани уже не настолько хорошо реагируют. And so he felt that the risk would be too great. И он видел, что риск слишком велик. Besides, if he would fail, then perhaps his reputation would suffer. И помимо того, если будет неудача, то его репутация будет подорвана. But the two ladies, но эти две женщины, could not be discouraged. Они не, значит, не оставляли его. They were going to have this surgery. Они твердо намерились, что операция эта им нужна. With Dr. Carson or without Dr. Carson, they were going to have this surgery. Или доктор Карсон, или кто-то другой, но им эта операция нужна. Well, now this put a new wrinkle in the situation. А это еще как бы, ну, нечто добавило к ситуации. He could wash his hands of it and walk away. Он может, значит, свои руки умыть и как бы остаться чистым в ситуации. But there was a problem. Но проблема в чем заключалась? You see, he was the best neurosurgeon in the world. Он считался лучшим нейрохирургом мира. And if he did not help them, и если бы он не помог им, if someone else did the surgery, а кто-то другой сделал операцию, if these ladies died, то если бы эти женщины умерли, then he would always ask himself, if he could have done something different. То он тогда бы
спрашивал себя, может быть, если бы я сделал, было бы по-другому. So in a sense, because he was a Christian, he really had no choice. И так как он был христианином, эта ситуация, значит, не оставляла ему другого выбора. It was not a matter of dying or not dying. Это не был вопрос жизни или смерти. It was a matter of helping or refusing to help. Это была ситуация или помочь, или отказаться помочь. And what choice does a Christian have at that point? И какой выбор христианин может сделать в таком случае? And besides that, friends, there is a God behind the scenes. И помимо этого всего есть Бог за всеми ситуациями. God is not asking Dr. Carson to succeed. Бог не просит Бена Карсона преуспеть. God is asking Dr. Carson to do what is right. Бог просит Бена Карсона поступать правильно. To be faithful to his duty. Быть верным его долгу. Success and failure is not in our hands. Или успех, или неудача не в наших руках. You know, I have a lifestyle. Не от нас зависит. I have a lifestyle center at home. Colorado. У нас в Колорадо в учреждении есть центр здоровья. And if it was possible for me to decide to fail or to succeed, и если бы я, например, решил, что мы или достигнем успеха, или я, например, решу, мы потерпим неудачу. Which would you think that I would choose always? То как вы думаете, какой выбор, что бы я предпочел? Well, I would always choose to succeed. Конечно, я всегда выбрал бы успех. But would it be wise? Но было бы мудрым. For my lifestyle guests. Для моих гостей в нашем пансионате. Always to be healed? Всегда быть исцеленными. Why no? Конечно, нет. You see, God understands things that we do not understand. Бог видит то, что мы, люди, не видим. And so sometimes we look at failure and we think it is bad. И иногда мы таким образом смотрим на неудачу и думаем, что это плохо. But God knows things that we do not know. Но Бог знает лучше, Бог знает то, чего мы не знаем. And so when it comes to success or failure, this thing we must leave in the hands of God. И поэтому вопрос либо успешного исхода, либо неудачи мы должны оставить в руках Божьих. All that God is asking of us is that we do what is right. Все, что Бог просит нас, это поступать по правде. But we must weigh the risk. Но мы должны взвесить, каков риск. We cannot just take any risk. Нам не стоит рисковать бездумно. So how to decide? Поэтому как принять решение? And this is what this study is all about. И вот главный вопрос нашей темы. Dr. Carson developed a formula. Доктор Карсон вышел с такой вот, с таким определением, формулой. By which he could assess the risk. Благодаря которой он мог оценить риск. And to help him to make the decisions that were his to make. И в конечном итоге прийти к решению, которое он должен принять. And so he asks himself four questions. Он перед принятием решения задает себе четыре вопроса. And by the way, he did not apply these four questions to the Bijani ladies. И вот эти четыре вопроса он не только в случае с вот этими женщинами задавал. Because I think he developed the questions after these ladies were gone. А вернее, мне кажется, что вот эти четыре пункта он уже, значит, сформировал после этого случая. But I am going to apply these four questions to these ladies. Но я эти четыре принципа, значит, применю к ситуации с этими женщинами. On behalf of Dr. Carson. Как будто бы я доктор Карсон и размышляю во свете этих принципов. So here's the four questions that he would ask to вот determine. Четыре вопроса, которые он мог бы задать в оценке этой ситуации. Question number one. Вопрос номер один. What is the best thing that can happen if I do this? Каков наиболее благополучный исход, если я совершу это? Well, the answer is the operation succeeds. Ну, каков будет ответ? Операция пройдет успешно. The girls are freed from the prison that they are in. Значит, женщины будут освобождены от той тюрьмы, в которой они находятся. And Dr. Carson feels good about himself. Да, и доктор Карсон будет чувствовать себя хорошо. Now the second question. Второй вопрос. What's the worst thing that can happen if he does this thing? Что наихудшее может случиться, если он решится на операцию? Well, the worst thing that could happen is the operation fails. Самое худшее, операция не удается. And the girls die.
девушки умирают. And the people question the wisdom of the decisions that Dr. Carson has made. И люди будут ставить под сомнение теперь решение, которое принимает доктор Карсон. Question number three. Третий вопрос. What's the best thing that can happen if he does not do this operation? Что, ну каков будет благополучный исход, если он откажется делать эту операцию? Well, someone else does the operation. Тогда кто-то другой сделает операцию. And the operation succeeds. И операция удастся. And the girls live. И, значит, девушки будут жить. And Dr. Carson has nothing to do with it. А доктор Карсон к этому никакого отношения не будет иметь. Question number four. И четвертый вопрос. What's the worst thing that can happen if he decides not to do the surgery? Что худшее, наихудшее может произойти, если доктор Карсон, значит, откажется делать операцию? Well, the operation fails. Значит, операция не удастся. And the girls die. Девушки умрут. And Ben is left asking whether he could have made a difference. И Бен останется с вопросом: может быть, если бы я взялся, был бы лучший исход? So all these questions break down to this. И все эти вопросы, они сводят мысль к одному. It succeed or fail? Что будет либо неудача, либо успех. Live or die? Жизнь или смерть. Feel good for helping or feel bad for failing? Чувствовать себя хорошо, преуспев, или чувствовать себя плохо, значит, провалившись. Or continue forever asking yourself, could I have made a difference? И впоследствии задавать себе вопрос: может быть, я мог, ну, все-таки решить ситуацию. But friends, но, друзья, he couldn't have made a difference if he didn't try. Он никакого бы влияния не оказал на ситуацию, если бы не попробовал. And that's what it boils down to. И вот к чему все сводится. That's why he asks these four questions. Вот почему он задает эти вопросы. After he had asked these four questions, после того, как он задает эти четыре вопроса, and he saw how the answers came, и он видел, какие ответы будут, it was evident to him, то для него стало очевидным, that he couldn't help these ladies if he didn't try. Что он не сможет помочь этим девушкам, если не попробует. Could Jesus have failed? Мог бы Иисус потерпеть неудачу, when he came down to this world, когда пришел в наш мир? He can. Yeah. He could. Yeah. Да, он мог потерпеть неудачу. Well, now, if Jesus could have failed, then he shouldn't have taken the risk, так right? Что, если была возможность неудачи у Христа, то, может быть, ему не стоило приходить. But friends, if he didn't take the risk, но we если couldn't бы он be saved. Не отважился на риск, то мы бы не были спасены. So even though he could have failed, и поэтому, несмотря на то, что он мог бы пасть, God so loved the world, he chose to take the risk. Бог так возлюбил мир, что он отважился на риск. In the book Christ Object Lessons, в книге «Наглядные уроки Христа», 196, paragraph 4, на 196 странице, 4 стих, remember, 4 абзац, прошу прощения. Remember that Christ risked all. Помните, что Христос рисковал всем. For our redemption, heaven itself was imperiled. Для нашего искупления все небо было, значит, все небо было подвержено опасности. Desire of Ages, 49, paragraph 1. Желание веков, 49 страница, первый абзац. God permitted Jesus to meet life's perils in common with every human soul. Бог позволил ему, то есть Иисусу, встретиться с каждой жизненной опасностью, с которой встречается каждая человеческая душа. To fight the battle as every child of humanity must fight it. Значит, преодолевать препятствия, которые каждое дитя человечества преодолевает. At the risk of failure and eternal loss. И все это с риском неудачи и потери вечности.
Isn't that amazing? Разве не удивительно? If Jesus had sinned once, если бы Иисус хотя бы раз согрешил, just once, хотя бы один раз, there would have been eternal loss, even endangering heaven. То небо могло бы понести непоправимую потерю. So Jesus took the risk. Но Иисус отважился на риск. In the hope of helping us. В надежде помочь нам. Well, Dr. Carson, доктор Карсон, because he is a Christian, так как он христианин, because he is a Seventh-day Adventist, так как он адвентист седьмого decided дня, decided that he would take the risk. Он отважился на риск. The operation failed. И операция не удалась. The two ladies died. Женщины умерли. But he did not feel bad. Но он не чувствовал себя плохо. Because he did what he could. Потому что он сделал все от себя зависящее. Now someone would say, ну, кто-то может сказать, you would think that God would have given him success. Кто-то скажет, ну, Бог должен был просто дать ему успех. Because Dr. Carson chose to do what is right. Потому что доктор Карсон решился поступать правильно. But friends, if God should have, но если бы Бог должен был, then God would have. То он бы так и сделал. God knows what is the best. Бог знает, что лучшее. For everything. Для всего. You see? Another case. Еще один случай. 4-year-old boy. Четырехлетний мальчик. His name is Christopher. Его звали Кристофер. Кристофер. He has a large, complex brainstem tumor. У него очень большая опухоль на продолговатом мозге. His condition is terminal. И его состояние уже при смерти. The little boy will die. То есть его ситуация уже точно, он умрет, если ничего не сделать. And his condition is inoperable. То есть и его ситуация неоперабельна. And so there's no point in even operating. И даже нет смысла оперировать. But the parents come to the hospital where Dr. Carson is. Но родители приезжают в эту больницу, где работает доктор Карсон. And they say to Dr. Carson, God told us to come to you. И они говорят доктору Карсону, Бог сказал нам отправиться к вам. But after Dr. Carson reviews the case, но когда доктор Карсон осмотрел мальчика, he says, but your son's case is hopeless. Но он вынужден был сказать, что ситуация вашего мальчика безнадежна. There isn't anything I can do. Что я ничего не смогу поделать. But the parents will not take no for an answer. Но родители не принимали отказа. Because they believe that God told them to go to Dr. Carson and Dr. Carson can do something. Потому что они верили, что Бог им сказал, что доктор Карсон может что-то сделать. So Dr. Carson has his four question formula. И поэтому доктор Карсон применяет свои четыре вопроса. So he asks. Он задает вопрос. What is the worst thing that can happen if I do this operation? Что худшее случится, если я сделаю операцию? Well, if he opens the boy up, если он раскроет мальчика, and things are as bad in his head as he feared, и ситуация действительно такова, как ее диагностируют, the little boy will die. То мальчик умрет. So what is the best thing that can happen if he chooses to do the operation? Что лучше, с другой стороны, случится, если он решится на операцию? Well, he might open the boy up. Он может, значит, вскрыть мальчика. And he might find something that is different there than he thought. И, возможно, там ситуация обстоит по-другому, чем так, как они думали. And the boy is given a chance. И у Бога тогда, и у этого мальчика тогда еще шанс есть выжить. So what is the worst thing that can happen if he doesn't do the surgery? Что худшее случится, если он не решится на операцию? Well, the boy would die. Мальчик по-любому умрет. And what is the best thing that would happen if he doesn't do the surgery? А что лучшее случится, если он не решится на операцию? Well, the boy will die. Мальчик все равно умрет. Can you see here we have four questions? Видите, четыре вопроса. And out of the four questions, из четырех вопросов, the answer of three of them, ответ на три из них, is that the boy will die. Это что мальчик умрет. And the answer to one question, и ответ на один вопрос, is that maybe.
Что может быть? Maybe. Может быть. Something will be different. Все равно по-другому может пойти. And the boy can be given a chance. Да, и у мальчика может быть шанс выжить. So what's the right answer? Какой тогда правильный ответ? Well, maybe is better than sure death. Лучше, чем верная смерть. So he did the surgery. Лучше сделать операцию. And as he had predicted, there big mass of cancer there is on his brain. И точно так, как он предполагал, там на этом месте очень большая опухоль. But unexpectedly. Но к его удивлению, the mass had not penetrated into the brain. Весь эта опухоль, она не проникла в другие части мозга. It was flat against it. Она прилегала вот плоско к мозгу. So the tumor was coaxed and pried. What's that? Coaxed. Coaxed and pried. Mm-hmm. And teased. the tumor was removed very carefully. Да, ну и значит, эту опухоль врач очень осторожно вырезал. It took many, many hours. Много часов длилась операция. Because you know the brain is full of little cracks and holes and all kinds of. Потому что вы сами знаете, что мозг имеет много углублений, много щелей. And the tumor had filled all these cracks. И эта опухоль, она проникла во все эти извилины. So they took it away little by little. И поэтому потихоньку каждую вот эту вот щель освобождали. And the boy lived. И мальчик выжил. And today that boy is a gospel minister. И сегодня этот мальчик, он служитель Евангелия. To these four questions. Вот эти к этим четырем вопросам. Dr. Carson adds six words. Доктор Карсон добавил 6 слов. Who? Кто? What? Что? Where? Где? When? Когда? How? Как? Why? Почему? Who? Кто? Who does this decision affect? Кого касается это решение? Или на кого повлияет это решение? What's the best thing for them that I can do? Что лучшее я могу сделать для них? What? Что? What do I need to know to make a better decision? Что мне нужно знать, чтобы принять лучшее решение? Where? Где? Where am I going with this? Вернее, куда? Where am I going with this? What's the goal? Какова цель того, что я буду делать? Where am I now? Где я нахожусь сейчас? How am I going to start? Как мне, с чего мне начать? When? Когда? You know, timing is always important. Значит, начало, когда действовать, начинать, тоже важно. We just can't do anything anytime. Нельзя делать что-либо в любое время. How? Всегда есть всему свое время. Как? More than one way to skin a cat. Опять же, американская пословица. Есть не один способ, как кожу с кота снять. Perhaps there are better ways. Возможно, есть другие пути. Perhaps there are more efficient ways. Может, есть более эффективный подход. Perhaps there are smarter ways to do things. Может быть, более разумный подход. And finally, why? И последний вопрос. Почему? What's the motive? Какой мотив? For doing what I am going to do. Чтобы делать то, что я намереваюсь. And always the motive is not to advantage ourselves. И мотив всегда должен быть не для того, чтобы себя продвинуть, but to glorify God, но для того, чтобы прославить Бога, and to be a blessing to other people. И быть благословением для других. Ah, friends, о, друзья, are you ever called to take a risk? Вы иногда встаете перед ситуацией, когда нужно рискнуть. You know, it is natural for us not to take risks. Знаете, для нас это естественно не рисковать. We are not called to put ourselves in the most favorable situation. Но мы не должны стремиться занять самое безопасное положение. You know, there is a risk. Вы знаете, есть риск. In my wife and I being separated. В том, что я и моя жена не вместе. And it is not a small risk. И это не малый риск. And maybe we should say, no, we will not take this risk. И может быть нам стоит сказать, что не стоит нам так рисковать. But if in life you never take a risk. Но если вы в жизни никогда не рискуете. Then you will be living all your life to protect yourself. То вы только и будете в жизни тем заниматься, чтобы защищать себя от
чего-то, что может Always быть. Living to your own advantage. Всегда будем жить для своей пользы. Always doing only what is best for me. Всегда будем делать только то, что подходит мне. Taking no risk to endanger my welfare. Никогда не будем рисковать своим благополучием. But this is not what Jesus did. Но это не то, как поступил Иисус. Jesus risked all of heaven. Иисус рискнул всем небом. So that he could come and rescue us. Чтобы он мог прийти и спасти нас. We need to be willing also. Мы тоже должны быть готовы. To take a risk. Отважиться на риск. Do you think God will go with us? Как вы думаете, Бог пойдет с нами? Do you think God is with Dr. Carson? Как вы думаете, был Бог с доктором Карсоном? It is amazing what this man has done. Изумительные вещи сотворил этот человек. But it is not amazing. Но это не удивительно. Because there is a God in heaven. Потому что есть Бог на небесах. God can do anything he wants. Бог может сделать все, что он хочет. God can give you success. Бог может дать вам успех. And if you walk hand in hand with God. И если вы будете идти рука в руку с ним. If we walk shoulder to shoulder together with God. Плечом к плечу в одной команде с Богом. Hand in hand. Рука в руку, heart to heart, сердце к сердцу, then God will guide. То тогда Бог будет руководить. He will tell us what to say. Он будет давать нам верные he слова. Will show us what to do. Он покажет нам, что делать. He will protect us. Он защитит нас. And he will protect other people from us. И он защитит других людей от нас. Lord, help us. О, да поможет нам Бог. May we be willing to do for God what he wants us to do. Да, желаем мы, чтобы Да возжелаем мы, чтобы Бог действовал через нас то, что Он хочет. Now we are very early. Ну, а теперь, значит, мы закончили раньше. I would be willing to entertain some questions if you have questions. Да, и теперь я готов отвечать на вопросы, если у вас есть вопросы. There's one hand over here, always the same lady. Jesus Christ had a risk regarding himself. А второй риск, был ли у него такой риск? Second risk. Was there, a risk that he would do everything from his side, but was there a risk that nobody would reply to his sacrifice? Yes. Да. When Jesus took a risk. Когда Иисус отважился на риск. Jesus took more than one risk. И то риск заключался не в одном только пункте. There was a risk that he himself would personally fail. Был риск его личной неудачи. There was a risk that no one would respond to his gift of salvation. И также был риск, что никто не откликнется на его дар спасения. He is still waiting for you and me to respond. Он по-прежнему ждет, когда вы и я будем откликаться. Jesus would have come long ago. Иисус пришел бы давным-давно, except for his people, если бы не его народ, have been disobedient. Если бы его народ не был послушным, and it is a risk that не был непослушным. He has taken. И, а это тоже риск, на который он отважился. Any more questions? Еще вопросы. When? When did your wife got the thoughts to go in Africa? Did Lord put these thoughts in her, or some kind of information struck her? Yes, as you know, my wife and I spent 10 years in Africa together. Как вы слышали, мы провели с моей женой в Африке 10 лет вместе. We ministered in the country of Zambia. Мы служили в стране под названием Замбия. When it was time to return to America, когда настало время возвращаться в Америку, we decided that we would go visit our son in Tanzania, a different country. Мы решили, что перед этим навестим нашего сына в Танзании, в соседней стране. While we were there, и когда мы находились там, we met an old man, то мы встретились с старым человеком, an old African man, старым негром. And this old man kept saying, "You must go to my village." И этот старик продолжал просить: вы должны приехать в нашу деревню. He would say, I have been a missionary for 35 years here. Я был миссионером 35 лет здесь. But my village does not know about Seventh-day Adventists. Но в моей деревне все еще не знают,
про адвентистов седьмого дня. After much persuasion, и после многих уговоров, we decided to go with this man to his village. Мы решили поехать с ним в его деревню. His village was very far away on top of a mountain. А его деревня располагалась далеко в горах на высоте. And we went to see. И мы пошли посмотреть. And we decided to give the old man some money. И мы решили этому старику немного денег пожертвовать. So the old man could hire some Bible workers, чтобы этот старик мог нанять библейских работников, and do some evangelistic work, чтобы там провели евангельскую работу. And then we went to America. И затем мы возвратились в Америку. But when we were in America, но когда мы находились в Америке, the old man began sending us some email. Этот старик стал писать нам по электронной почте. You must do something for this village. Он опять просил: вы должны что-то сделать для нашего деревни. There is 28,000 orphans in this district. В нашем районе 28 тысяч сирот. But we said 28,000 orphans? 28 тысяч сирот? Is this possible? Возможно ли это? No, it can't be possible. Нет, такое невозможно. But he kept sending email. Но он продолжал писать письма. And my wife would say. И моя жена говорила. If there are this many orphans. Если там так много сирот. And no one is doing anything. И никто ничего не делает. I must do something. Я должна что-то делать. Let's go and see. Поехали посмотрим. So my wife and I returned to Africa. И мы с женой возвратились в Африку. We went back to the village. Снова приехали в это селение. And we went from village to village, we went from school to school in all the villages. И мы из деревни в деревню ездили, от школы в школы по этим деревням. И это оказалось правдой. 35-50% of the children in school were orphans. 35-50% детей в школах были сиротами. But my wife says we must do something. И моя жена сказала, нам нужно что-то сделать. And so she moved to Africa. И она переехала в Африку. Nothing in her pocket. В карманах ничего не было у нее. No money in her hand. Не было денег в руках. And she began to try to help the orphans with whatever she had. И она пыталась помочь этим сиротам тем, чем могла. And so the people would come to her house every day. И люди приходили к ней домой каждый день. She would pull teeth. Она вырывала зубы. She would fix the wounds and the burns. Она обрабатывала раны, она, значит, ожоги обрабатывала им. She did everything she could. Она все делала, все только что могла. When she would return to America, когда она возвращалась в Америку, she would show the pictures. Она показывала фотографии of the people and of the problems and of the orphans, их проблем, сирот, and all the people dying of AIDS, и всех этих людей, умирающих от СПИДа. And the people said, "Oh, we must do something." И тогда другие люди сказали, нам нужно что-то сделать. So they began to give my wife money. Они начали давать моей жене деньги. Yes. And with money she could do more. И имея деньги, она могла больше делать и больше. And more. И больше. Today. И сегодня. She is surrounding 8 villages. Она уже обслуживает 8 деревень. She has taken care of as many as 800 orphans. Она как бы обслуживает, что ли, 800 сирот. Now she does not have an orphanage. У нее нет сиротского приюта. She leaves the children with their grandmothers or with neighbors or by themselves. Дети живут с бабушкой, с дедушкой или где-то там, где они пристроены. And she helps them with school uniforms. А она обеспечивает их школьной формой. With medicine. Медикаментами. With clothing. Одеждой. With food. Пищей. And now she has been given a piece of property. А теперь ей предложили определенный участок там. And she has built 9 buildings on this property. И на этом участке они построили 9 зданий. She has a school. Там есть школа. She is teaching carpentry. Она обучает плотницкому ремеслу. She is teaching sewing. Она обучает, как шить. She has a nursery school. Они обучают, she will как soon be teaching mechanics. Значит, медицинским наукам. Они обучают, значит, ремонту машин. And she does agriculture. И также сельскому хозяйству. She has 50 students right now. 50 учеников одновременно есть в этом месте. And her ministry is growing and growing. И ее служение все ширится и ширится. Would you like to do something?
Вы бы хотели делать нечто? She is waiting for you. Нечто подобное. Она ждет вас. Yeah. You can help her. Вы могли бы ей помочь. Many people go and help her. Многие люди приезжают, чтобы помочь ей. More questions? Еще есть вопросы? Телефон. No? Of your wife. Телефон? Жены или его? Your wife's telephone. Yes, I have her phone number. Да, у меня есть ее телефон. You can have it. Да, подойдете, я вам дам. Чтобы узнать свое место в Божьем плане, нужно ли, достаточно ли просто убеждения своего желания, или чтобы Господь еще все это доказательство нам подумал? In order to know your place in the ministry, is it sufficient to have desire, желание иметь, что еще? And have, and be sure that it's for you. Is it enough in order not to be regretting afterwards, not to be disappointed? Is it enough to have a desire? Desire to be sure? and to be sure. Well, if you have a desire, если у вас есть желание, you already have more than most people have. То вы уже имеете больше, чем большинство людей имеют. If you have a desire and you are sure, а если у вас есть и желание, и убеждение, well, why would you ever regret? То почему вы так, то вы никогда не пожалеете впоследствии. Unless you lose your Christian experience. Разве что вы потеряете свой христианский опыт, утратите. Those are the only people who regret having gone to the mission field. Только те, кто теряют свое христианство, образно говоря, вот те это только сожалеют, что посвятили себя миссионерской работе. When we turn our backs on God, когда мы отворачиваемся спиной к Богу, we always regret what we did. То мы всегда будем сожалеть о том, что мы сделали. But it is foolishness. Но это глупость. Yeah. Можно здесь записка пришла, сейчас мы. What is a success for the Christian? What's the success for Christian? Could it be that years go by and nothing changed? How to evaluate your success? Ага, по-русски. They ask translation into Russian. Что такое успех для христианина? Бывает, что в служении годами ничего не меняется. Как оценить успех? I teach a series of meetings called Keys to Success. У меня есть, значит, цикл лекций, который так и называется «Ключи к успеху». When we think of success, когда мы думаем об успехе, we think of setting a goal. У нас такая картина. Мы ставим цель. And when we reach the goal, we say we have succeeded. И когда мы достигли цели, то значит успех. But this is not success. Но это не успех. Because if this is success, потому что если это успех, then the alcoholic is very successful indeed. То тогда алкоголики, они всегда преуспевают. Uh-huh. No, to be successful. Нет, в другом смысле. We must reach the goal that God has set for us. Успех — это когда мы достигаем цели, поставленной перед нами Богом. Do you know that you were created for a purpose? Знаете ли вы, что вы были созданы для определенной цели? In Mark chapter 13 verse 34. В 13 главе Евангелия от Марка, 34 стихе. It says there, to every man he gives his work. Сказано, он каждому дал свою работу. So if God has a work for you to do, поэтому если у Бога есть для вас задание, then success for you, то успехом для вас is будет to be doing that work. Делать эту работу. And doing it well. И делать изо всех сил. Mm-hmm. Now there's a lady had her hand over there. Да. We'll take her. Could the Christian leave the place where he lives with his family to the missionary field if he has, like, for example, sick people in his house and he didn't took care of them and didn't help them? По-русски повторять, да?
значит, может ли человек, поправите мне, если я не точно скажу, может ли человек ехать где-то на миссионерское поле, служить как миссионер, если у него дома остается кто-то больным, да, может быть, еще не нуждающийся, может быть, да, неверующий, да, someone who didn't brought to God yet, for example, unbelieving church, family members. Well, the short answer is no. Короткий ответ – нет. Because the Bible says we need to do that which lies nearest at hand with all of our hearts. Библия говорит, что мы должны делать все, что в наших силах, начиная с того места, где мы есть. We can't neglect one duty to take up another duty. Мы не можем пренебречь одним своим долгом, чтобы исполнить другой долг. We must meet the responsibilities that God has given us first. Мы сначала должны исполнить свой долг, первостепенный долг, который Бог перед нами ставит. That's why it is important for mothers to take care of their children before they think of the mission field. Вот почему матерям сначала нужно воспитать своих детей перед тем, как они где-то в другом миссионерском поле начнут трудиться. And so my wife homeschooled her children all the way through. Моя жена, например, она обучала всех наших детей дома до совершеннолетия. And when they were old enough, и когда они уже достигли совершеннолетия, we took them to Africa with us. Мы взяли их вместе с собой в Африку. And they were missionaries with us. И они были миссионерами вместе с нами. And today all of my children are missionaries. И сегодня все мои дети миссионеры. And they all live in a different country. И все они живут в разных странах. Now it is terrible for the parents. И, конечно, для родителей это ужасно. When your children do not even live in the country you live in. Когда дети живут даже не в той стране, где вы живете. Because we like to see our children. Потому что мы любим видеть своих детей. But you cannot raise your children to be missionaries and then cry because they are missionaries. Но мы не можем вырастить своих детей миссионерами, а потом сожалеть и плакать, что вот они не с нами. Okay, next one. Хорошо, ответили на вопрос ваш? В этом смысле был задан вопрос, да? Окей. Okay, there's more hands too. Ага, ага. Давайте мы ответим на написанные вопросы. Если Господь пообещал благословение, подобно как Иакову первородство, какие советы дадите, чтобы не жить только тем будущим, ожидая обещанное, и не искать путей заполучить благословение, а жить реальностью, сегодняшними обязанностями от Бога? Как освободиться от этого состояния Иакова? Ну, честно говоря, мне не совсем понятен вопрос. Не бежать впереди паровоза. If the Lord promised the blessing as he promised the first birthright to Jacob, what counsels would you give that we would not live only for future, like we think only about future, waiting for promise, and in the same time we would not strive to get the blessing ourselves. How to live in real life today for God, doing today's duties. Mm-hmm. How to free of this condition of Jacob. Mm-hmm. It is true that God has made many promises to all of us. Это правда, что Бог дал нам множество обетований каждому из нас. But we cannot spend our lives in the future daydreaming. Но мы не можем провести всю свою жизнь, думая о будущем и мечтая. We need to live today. Нам нужно жить сегодня. We have work to do today. У нас есть работа на сегодня. We have responsibilities to meet today. У нас есть обязанности, которые должны быть исполнены сегодня. God will fulfill his promises to us when it is time. Бог исполнит свои обещания нам, когда наступит время. In the meantime, но в то же время, do that which lies nearest at hand with all your heart. Делайте все возможное с вашей стороны, исполняя свой долг, который вот в данное время на вас лежит. There are people who live their whole lives in the past. Есть люди, которые
всю свою жизнь размышляют о прошлом. They are regretting the past. Они все время сожалеют о прошлом. Or complaining that somebody did this or somebody did that. Или жалуются, что кто-то поступил со мной так, кто-то сделал так. And they fail to live today. И они поэтому неэффективны в сегодняшней жизни. There are people who live in a cloud. Есть люди, которые живут в облаках. Always dreaming about the future. Витают в облаках, мечтают о будущем. But never meeting today. Но не живут сегодня. Live today. Живите сегодня. Sufficient unto the day is the evil thereof. Достаточно для каждого дня своей заботы. Mm-hmm. Okay. Хорошо. Хорошо. Спасибо. Okay, we probably have enough questions to tide us over. Мне кажется, достаточно вопросов уже, чтобы нас, чтобы мы застряли здесь. After your seminars, I got an impression that a man by himself can do nothing except doing a choice between God and other side. That's it. Okay, now read it to them. После семинаров у меня сложилось мнение, что человек сам не может ничего, кроме принятия выбора в сторону Бога или другую. So man can do nothing except. Итак, man can do nothing except make a choice between God and other side. Yes. Да. That's really the way it is. Вот так оно и есть на самом деле. We have a choice to make. Перед нами только выбор. We are going to serve God or we are going Мы to выбираем serve self. Служить Богу или служить себе. Without God we can do nothing. Без Бога мы не можем ничего. We need God. Мы нуждаемся в Боге. And so we put ourselves in His hands. И поэтому мы отдаем себя в Его руки. And He guides us. И Он руководит нами. To do His will. Чтобы исполнять Его волю. The only life that is lived successfully. Единственная жизнь, которую можно назвать успешной жизнью. Is the life that God is leading. Это жизнь того, кем руководит Бог. And the life that God is blessing. И жизнь, которую благословляет Бог. Ага. Can a Christian have debts? Может ли христианин иметь долги? The Bible and the spirit of prophecy. Библия и дух пророчества. The Bible says, "O no man anything but to love." Библия говорит: не будьте должным никому ничем, кроме взаимной любви. The spirit of prophecy says. Дух пророчества говорит: avoid debt like the plague. Избегайте долгов как чумы. So that is the answer. Вот такой ответ. Ah, but we are living in the real world. Но мы живем в реальном мире. Do you know that Ellen White died in debt? Знаете ли вы, что Елена Уайт умерла, имея долги? But her debt was not for herself. Но ее долг был не ее долгом. She did not borrow money to build a new car. Она не одолжила деньги, чтобы купить себе новую машину. Or a new house. Или новый дом. No, she borrowed money. Она одолжила денег. To build a ministry. Чтобы созидать служение. To start Loma Linda. Чтобы основать Loma Linda. And to start many other places. И основать многие другие проекты. And so, usually, поэтому обычно, do not have debt. Не имейте долгов. Because in debt you will be trapped. Потому что вы застрянете в этих долгах. And so, I owe nothing. И поэтому я не должен ничего. Nothing. Ничего. I do not make very much money, chuchu. Я зарабатываю немного. I like that word, chuchu. Мне нравится, оно так звучит на вашем языке, uh-huh. Чуть-чуть. Yeah. I do not have very much money. I do not make money. Да, я не зарабатываю много денег. But because I owe nothing. Но так как у меня нет долгов. I have all the money that I need. То у меня есть все деньги, в которых я нуждаюсь. If you owe money. Если вы должны деньги, pay it away, pay то it off. Расплатитесь побыстрее. Because the day in which we live, потому что дни, в которые мы живем, will find you in a trap,
они могут застать вас в ловушку. When the time of trouble comes. Когда придет время скорби. Okay, another one. Can you start a missionary ministry if your parents have taken the borrowed money from the bank? Could you leave the business if you could you leave the certain business, not your own necessarily, but could you leave the business if without you it will bankrupt or will fail? So read it to them. Можно ли начать заниматься миссионерским служением, если у твоих родителей кредиты и я не разберу последнее слово депозиты, не короткое слово Yeah, I cannot translate. Долги, долги. They owe money to the bank and to someone else. The debts. Yep. Значит, у родителей твоих кредиты и долги, можно ли уходить из фирмы, если она утонет без тебя? This is not an easy question. Это не простой вопрос. The parents have borrowed money. Родители одолжили деньги. They have a business. У них есть свое дело. They are dependent on you to help run the business. Полагаются они полагаются на вас, чтобы to run the business. Well, that's what it sounds like. То есть вы тоже управляете этим бизнесом. And you cannot leave the business because the parents owe money. И вы не можете оставить, значит, это дело, потому что родители в долгах. Now I do not know all the circumstances surrounding this situation. Но я не знаю всех подробностей этой ситуации. Generally in life, ну и в общем в жизни так случается. The children are not responsible for what the parents have done. Что дети не ответственны за решения своих родителей. The parents may borrow money. Родители могут одолжить деньги. The parents get themselves in debt. Родители попадают в долги. It is not the fault of the children. Но это не не вина детей. And the children are not responsible for the debt that the parents have accrued. И дети не ответственны за долги, которые навлекли на себя родители. On the other hand, с другой стороны, this is your parents. Это ваши родители. And you want to respect your parents. И вы хотите почитать их. And want to help your parents. И помочь им. But you cannot wait until you are 50 years old to get a wife and a family of your own. Но вы же не будете ждать до 50 лет, пока расплатитесь долгами, а потом уже заводить семью, детей своих. So at certain time in life you will say bye-bye. Так что в какое-то время в жизни надо со с родителями расстаться, сказать до свидания. You will have to do it without me. Родители должны будут сами разобраться с ситуацией. But I do not know who has written this. Я не знаю, кто написал эту записку. I do not know the age of the young person. Я не знаю возраста этого человека. So this is a decision that that person must make. Поэтому это решение должен уже, глядя по ситуации, решить сам человек. Respecting his parents. С одной стороны, почитай родителей. At the same time, not accepting that it is his fault for what the parents have done. Но с другой стороны, не считать, что это их ошибка, которую совершили родители. So may God guide you in the decision that you have to make. Поэтому пусть Бог благословит вас в решении, которое вы должны принять. What about should you leave a certain place if it will sink without your help? Well, that's the same answer. Ну и на второй вопрос, уходить ли с фирмы, вот это тот же самый принцип. If God wants you in the mission field, если Бог хочет, чтобы вы занимались миссионерской работой, and a secular business is sinking, а чей-то мирской бизнес без вас, значит, утонет. What is that to God? Ну что с этого до Бога? Или Богу что We must be about our father's business. Мы должны делать дела нашего отца, то есть But в бизнесе нашего отца быть. I say this very carefully. Я говорю это тоже с осторожностью. We must not lose sight of respect for our parents. То есть опять же мы должны
почитать своих родителей. So it is very, very delicate decision. Поэтому это очень такой щепетильный вопрос. Mm-hmm. Okay, brother Frank. Давайте с короткой начнем. Или... помочь детям с внуками. То есть помочь моим детям в уходе за внуками, имеется в виду, я так понял. Помочь детям с внуками – моя обязанность. Тоже долг первостепенной важности? Знак вопроса. Is to help my children with my grandchildren, to take care for them. Is that the responsibility of the most important responsibility, one of the most important in my life? This is an important responsibility. Это важная обязанность. Until до тех пор God says, I want you to do something else. Пока Бог не скажет вам, я хочу, чтобы вы делали что-то другое. In the time of the children of Israel, во времена израильтян, the grandparents were responsible for the education of the grandchildren. Значит, бабушки и дедушки были ответственны за воспитание внуков и внучек. That was just natural for them. Потому что это было естественно в их ситуации. Today we send our children to school. Но сегодня мы посылаем наших детей в школы. And the grandparents are more free to do whatever they want to do. И таким образом дедушки и бабушки имеют больше свободного времени, чтобы заниматься тем, чем они хотят заниматься. However, to say that this is the most important responsibility. Хотя с другой стороны нельзя сказать, что это самая главная ваша обязанность. I think this is going too far. Я думаю, что это будет слишком. I have 12 grandchildren. У меня 12 внуков. But we have not accepted that that is our responsibility. Но мы не чувствуем, что наша обязанность, значит, всех их воспитывать. I have a ministry from the Lord. У меня есть служение от Бога. My wife has a ministry from the Lord. У моей жены служение от Бога. My children can take care of their children. Мои дети могут сами позаботиться о своих детях. Again, it depends on the circumstances. И опять же, такие ситуации зависят от конкретных ситуации. Everybody's circumstances different. Потому что у каждого разные обстоятельства жизни. Okay, we are down to the last question. Хорошо, мы подошли к последнему вопросу. Брат Фрэнк, mm-hmm. сегодня народ Божий ищет новые способы проповеди Евангелия в обучении миссионеров. Актуален ли сегодня опыт Мадисона в обучении миссионерам практическим ремеслам, чтобы они могли в любом месте могли поддерживать себя, церкви, как апостол Павел. Актуально ли это сегодня, учитывая время в наших медико-миссионерских предприятиях, или этим должны заниматься другие члены церкви? Brother Frank, the people of God today are looking for new methods of preaching the gospel. In teaching missionaries, is the medicine school example still up to date example for us that we should teach our missionaries practical skills that they could in any place they go suspend themselves, support themselves? As Apostle Paul did. Since in our medical missionary training so short, could other church members fill this, you know, gap and do this training? The answer is yes, it is still viable. It is still up to date. Да, опыт Мадисона по-прежнему своевременен или современен для нас. And yes, the church members could fill the gap. И с другой стороны, да, другие члены церкви могли бы обучать, значит, миссионеров ремеслам. As a matter of fact, if
every church member should be a medical missionary. І, кстати, кожен член церкви должен быть медико-миссионером. If you're hoping to take the course to be a medical missionary to support yourself, если вы надеетесь обучиться в медико-миссионерской школе с целью, чтобы потом медико-миссионерским служением содержать себя, if this is the only purpose, если это единственная цель, it does not give you a training that will give you a great support, то медико-миссионерская, миссионерские навыки, они не дают большой прибыли. Так, чтобы себя содержать. But the Bible says, my God shall supply all your need. Но с другой стороны, Библия говорит, что Бог мой восполнит всякую нужду вашу. God will support you. Бог будет поддерживать вас. One way or another, God тем путем или другим, Бог поддержит вас. And the training is still up to date. И поэтому такое обучение по-прежнему нужно сегодня. And the people here have given the best demonstration of this that I have seen. И здесь, я вижу, что именно здесь, ну, наилучшим образом это совершается. Come to the evening meetings. Да, приходите на вечерние наши встречи. And you will see all of these examples of people who have trying to be medical missionaries. И вы увидите чудесные примеры того, как люди стараются быть медиками-миссионерами. And they are still alive. И они по-прежнему живут. And cheeky. Да, и не похудели. And so, сильно. God is blessing. И поэтому Бог благословляет. Yeah. There will never be a time when it is not up to date. Никогда не будет этот пример, не выйдет уже, не будет просроченным. Shall we stand? Давайте поднимемся. Heavenly Father, thank you for being with us. Отче Небесный, мы благодарны Тебе за то, что Ты с нами. Continue to bless us as we continue with the meetings. Продолжай благословлять наши собрания. May we all be brothers and sisters united to do the work of God. Даруй нам быть братьями и сестрами, вместе объединенными в служении Тебе. And we thank you for that. И мы благодарны Тебе за это. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь.